Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». Сегодня мы будем вскрывать вот этим замечательным ножиком вот этот замечательный ноутбук, вернее, коробочку с этим ноутбуком. Называется он MacBook Air и должен быть 13 дюймов. Везде яблочки нарисованы, волшебные. Теперь мы попытаемся его вскрыть. Для этого мы используем нож Винзор. Да, очередной раз. Наш любимейший нож Винзор. Он уже затупился. Из-за частого, наичастейшего вскрытия различного рода коробок из американской долины. Хотя нифига не американской. Китаёзы собираешь, да? Да. Пролетали мы эту провинцию, как я уже говорил неоднократно. Ничего там интересного нет. Куча китайцев, собирающих айпэды, аймаки и прочую лабудистику. Безусловно. Вот, вскрытие удалось. Аллилуйя. Переворачиваем. А там кукла деревянная. Опаньки. Практически. Корпус от MacBook Air. Китайцы благочестиво яблочко подложили нам эту большую коробочку. Мне вот интересно, кто тут яблоко укусил? Ой-ой-ой, тут сразу все посыпалось. Так, видим, что здесь есть MacBook Air. Отлично. С яблоком все расположено. Видим, что здесь есть зарядное устройство со шнурком, всевозможными. И видим, что здесь есть мануал. Для нормальных русских людей мануал-инструкция. Да. В России живем, мальчик. В России. За что же мы еще заплатили столько денег? Давайте посмотрим, что там в коробке. За вакуум. Пустота. Как обычно. Компания Apple – это самая искусная компания в мире по продаже вакуума. Да. То есть идей. Теперь попробуем посмотреть, что же там внутри. А что же там внутри? Там внутри там все заклеено. Слева по курсу появился Бонифаций Андреевич. Это тоже любитель техники Apple. Да, звезда сезона практически. Открылся. Аллилуйя, братья и сестры. Защитная бумажная пленка. Кстати, разработана известным дизайнером. В комплекте полагается. Джонатан Айвом, да? Да, именно он. Та самая пленка, которая разрабатывалась 3 года. Потому что, чтобы подогнать вот эти вот вырезы к открывающимся MacBook Air, нужна недюжая сноровка. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. До скорых встреч. Мы с вами.